Всем привет! Так завелось, что при упоминании такой фирмы, как Rolls-Royce, на ум приходят яхты, шикарные виллы и частные реактивные самолеты. Еще бы! По фильмам мы знаем, что на таких машинах могут передвигаться исключительно очень обеспеченные люди, политики, успешные лица из кино и мирового спорта. Однако, как оказалось, далеко не все то золото, что блестит. Равно как и не все некогда премиальные авто стоят баснословных денег. Так, к примеру, на Западе весьма частое явление, когда старый Rolls-Royce возрастом в 30-35 лет продают по цене до 10 тысяч евро. Притом, скорее всего, этот экземпляр в неплохом состоянии и даже с честной историей обслуживания. Однако для России такие предложения остаются диковинкой. Ну или же оставались до последнего времени. Поскольку совсем недавно на одном из сайтов по продаже автомобилей появилось весьма интересное объявление Rolls-Royce белоснежного света, так еще и вставкой в середине кузова. Такая этакая мечта шейха из 1988 года. Но что больше меня поразило, так это цена. Да, машина не новая и требует определенных вложений, но в ту же очередь автомобиль по большей степени комплектный. За сам Rolls-Royce просят сумму в 950 тысяч рублей. Сумма не маленькая, но с другой стороны, за такую сумму сегодня купишь разве что новую Весту или же Солярис. В то же время весьма очевидный факт, что владение хоть и старым, но все же Rolls-Royce, даже при условии, что машины пользоваться будут исключительно по выходным, выльется в копеечку. Так, для примера, стоимость выпускного коллектора составляет 790 фунтов, больше 60 тысяч рублей. Карданный вал в сборе более 1200 фунтов. Конечно, это цены на оригинальные новые запчасти, и можно постараться найти аналогичные с других автомобилей, либо же с зарубежных разработок. Но опять же, учитывая редкость модели, задача эта будет не из простых. В момент выхода модели Silver Spur данный автомобиль был одним из самых роскошных из всех на то время существующих. Внутри дорогая отделка сидений натуральной кожей, различные электрорегулировки, а в качестве опции для задних пассажиров был доступен бар с хрустальными графинами. И, конечно же, повсеместное использование отделки из ценных пород деревьев. Под капотом данного Ройса устанавливался классический 6,75-литровый V8, в свое время развивавший аж 329 лошадиных сил, благодаря которому автомобиль был способен вполне умеренно разменивать первые 100 км в час за 8,1 секунду, а максимальная скорость составляла весьма достойные 225 км в час. А как вы думаете, стоит ли данный автомобиль своих денег? И что купили бы вы за эти деньги, Ладу или все же данный Rolls-Royce? Пишите свое мнение в комментариях, также не забывайте ставить большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Всем спасибо!